Это... Допустим, младший брат спит с твоей бывшей. Как бы поступил? Зарезал его! А? Какой у тебя знак зодиака? Козерог. Утомленный охранник ЭД. Босс по недвижимости, Люшу. 1 миллион наличными исчезли. Сяо Джан свихнулся, загробастал деньги! Вот беспредельщик. Водитель строителей Сяо Джан. Сообщение. Ян Зи добыл 1 миллион. Теперь делаем пластическую операцию. Несколько человек уже хищно вглядывались. Амитабха! Но у каждого свой призрак. Значит, этот беспонтовый малыш с бухты-барахты умыкнул бабло. Явно существует какая-то подоплека. Пара преступных технологий. Во-первых, хорошенько спланировать последующие действия. Разорваться с ребенком. Давай возьмем деньги в Шангри-Ла, лады? Отправляйся в Шангри-Ла. Сяо-Джан, ты тут? Что за крендель? Убийца дохлый. Я мимоходом, обо мне не волнуйся. Где деньги? У всех души обитает дикое животное. Хотя кто сказал? Иностранцы. Хорошего дня. Моей девушке нужна пластическая операция. Я отвезу ее в Корею на повторную подтяжку. Собираемся пожениться. Моя мама жаждет понянчиться с внуками. Я не могу разочаровать маму. Таков сыновний почтительный долг.